Всем привет, друзья! Вы на канале Тили-Вили Kids, и с вами сегодня наш любимый песик Хэнк. Наш песик уже подрос, у него 15 уровень, и он уже больше похож не на милого щеночка Хэнка, а уже начинает становиться похож на взрослую собачку. Наш Хэнк постепенно растет, и мы дадим ему косточку сладкую, чтобы он еще больше вырос. Хэнк наелся, какой он довольный. И он очень хочет в первую очередь сходить пофотографировать животных на пляж, посмотреть, кто же там к нему из новых животных пришел. Заходим на пляж и фотографируем в бассейне. В бассейне купается, да, пингвинчик. Фотографируем пингвинчика. Ему очень нравится купаться. Вот фотография пингвинчика получилась. Бегемотика обязательно нужно сфотографировать. Он пришел освежиться перед вентилятором. Дальше соберем монетки. Положим сюда новую еду. Возьмем, положим сюда. Так, давайте положим желуди. И посмотрим, кто захочет прийти погрызть желудь. Дальше под зонтиком решил от солнышка спрятаться аист. Вот такие фотографии делает Хэнк. Как нравится животным приходить на пляж, играться с игрушками. А Хэнк в это время их фотографирует с грязным ботиночком. Вот черепашка. И кажется, у нас что-то открылось. Смотрите, у Хэнка наконец-то появились новые глаза. Зеленые глазки у Хэнка есть. Посмотрим, вот какие красивые зеленые глазки. Давай сделаем тебе зеленые глазки. Вот это здорово, Хэнк, ты так обрадовался. Классно, 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 молодец. Пошли дальше на пляж. Забираем монетки. И фотографируем вот какого важного пингвина в шляпе. Он прям как какой-то мистер Икс. Фотографируем замороженного пингвинчика. Вот, отлично, смотрите, он даже танцевать начал от радости. Покружился так. И сейчас хочу обрадовать нашего Хэнка. Оказывается, у него открылся водопад уже, водопад, на котором можно встретить новых животных. Хэнк, давай-ка мы сюда положим еду сначала. А еду мы положим вот эту, давай пиццу положим. Я думаю, многие животные захотят съесть пиццу. И надо обязательно положить игрушки, потому что животные не захотят прийти на водопад играться, если там не будет игрушек. Им будет скучно. Поэтому мы начинаем расставлять игрушечки. Давайте положим какие-то необычные игрушки, которых у нас еще не было. Начинаем. Давайте поставим вот этот бассейн. Многие животные покупаться захотят. Сюда надо поставить большую игрушку. Давайте поставим вот этот диванчик и посмотрим, кто захочет прийти позагорать, отдохнуть и посмотреть на водопад, лежа на этом диванчике. Дальше у нас еще пенечек мы поставим. Сюда тоже большую игрушку надо поставить. Так, давайте поставим вот это. Вот этот ледяной домик иглу. И посмотрим, кто захочет в нем сидеть или возле него поиграться. И поставим вот эту вот все-таки игрушку сюда поставим. Ну что, готово, нажимаем. Пока сюда собирается прийти какое-то животное, мы сходим на пляж, потому что там уже появился кто-то. И Хэнк будет фотографировать. И так ищем. А вот, оказывается, здесь уже в бассейне купается какаду. Отлично. Какаду. Какаду. И еще в шляпке. Одел шляпку голубой Ара. Вот так, отличные фотки получились. Давайте сейчас сходим на водопаде. Тоже кто-то пришел. Кто же здесь захотел поиграться? И самым первым пришел дикобраз. Посмотрите, новое животное. Дикобраз. Пришел сверху, залез на домик. Ему, наверное, в домике будет холодно, если он залезет внутрь. Да, поэтому он сидит сверху на домике. Да. Ну что, давайте воспользуемся волшебным зельем и посмотрим. Все-таки первый раз мы на водопаде. Кто же захочет прийти погулять на водопаде? Ага, вот мы видим, что же происходит. Как много животных сразу появилось. Да. Какие они все прикольные. И... отлично. И мне кажется, вот самая прикольная игрушка, это вот этот надувной зеленый человечек. Смотрите, как он развивается на ветру. Так, а кто же с ним пришел погулять? А ну посмотрим, кто же это такой.
Хэнк, фотографируй, пока не убежал. Это хохлатый пингвин, замечательно. И вот тут прям сплошные новые животные у нас. А в бассейне купается суматранский носорог. Он прям из Суматры пришел к Хэнку на водопад. Это супер! Это здорово! Новые животные Хэнку очень нравятся. Ну и старых он тоже любит фотографировать. А теперь посмотрим, кто здесь возле пенечка пришел такой интересный. Что же это за животное? А это дикий кабан. И все тоже новое животное. Отлично! И вот наша старая знакомая черепашка пришла полежать на диванчике и послушать звуки водопада. Фотографируй черепашку. Отлично! И вот, кто же тут сверху прыгает? Это же у нас голландский кролик, тоже новое животное. Супер! Хэнк, фотографии у тебя получились сегодня, но мы еще не сфотали вот таких вот животных, которые пришли к нашему ледяному домику иглу. Так, фотографируем. Вот это какая-то умная черепаха. А ну сфотографируй, кто же это? Это офисная черепаха, оказывается, которая очень любит читать, очень много сидит за компьютером, и она решила отдохнуть. И, наконец, наш старый знакомый замороженный пингвин. Вот такие замечательные животные пришли к Хэнку на водопад. Ну что, Хэнк, будем ждать следующих животных, которые захотят еще прийти к тебе. Зайдем на пляж, воспользуемся тоже зельем, и сделаем еще несколько кадров для твоей коллекции. Вдруг тут тоже появится новое животное. Но мне кажется, нет тут новых животных. Фотаем старых. Это тоже полезно. Потому что какие-то бонусы за старые фотографии тоже это очень хорошо. Вот так ослика сфотографировали. Вот этого кокоду. Отлично. Я думаю, новая фотография поприкольнее будет с большим носом, как кокоду появляется. И обязательно вот этих двух кроликов, которые пришли спрятаться под зонтик. Прям парочка кроликов. Это бурый кролик, за фотографии которого мы получили 500 монет. Целый мешок монет получил Хэнк. Вот как зарабатывают фотографы, фотографируя животных. И еще наш старый знакомый кролик. Тоже его тоже белый кролик, фотография. Голубой Ара присел на вентиляторе покататься. Тоже он первый раз на такой игрушечке. И вот в этом надувном бассейне решил искупаться черный жеребец. Тоже он первый раз купается в этом бассейне. Все, Хэнк, здорово! У тебя получились сегодня очень классные фотографии. Видишь, ты сегодня заработал новые зеленые глазки, и теперь можешь идти спокойно, и теперь можешь идти и поплавать. У тебя очень классный океан, пальмы, и ты можешь спокойно позагорать и поплавать. Ну что, Хэнк, пока-пока, увидимся с тобой в следующий раз. И я думаю, ты сфотографируешь много новых интересных животных. Все, пока-пока, Хэнк. Пока-пока, друзья.